деревьям. Вот это наша весна. Так, сегодня у нас 16 мая. Товарищи, снимаем нашу весну и дорогу в прерии. Тут можно снимать фильмы про индейцев. Когда зазеленеет, наши скалы, музон. Музон, если запишется, они скажут, как всегда мне напишут потом в Ютубе: у вас сворован чужой контент. Да. А это так и будет. К величественным скалам. Сейчас тут будет очень интересно. Вот какие. Сколько лет им? Это вот сюда ледник шел-шел и остановился. Здесь, именно у нас на севере. Вот какие скалища. Вот здесь грибное место наверху. Я забираюсь, когда 10 минут и 2 ведра. Эх, размах, ширь-то какая. Загорелась лампочка. Еще красивое место. Там кто-то воздвигнул какой-то крест наверху. Как-то он называется. Вот тот колхоз, который вдалеке. За рыбой. За палтусом, если нам повезет, свежую рыбаки отловили. Вон про тот синий дом я говорил. Ага. Вот там будут разводить малька. Красной рыбы в этом синем здании. Это мы подъезжаем. Фейк метнуть. Вот он дом, где будут выращивать. Сейчас я его сблизи снимаю. Выращивать малька, красной рыбы. И запускать. О, немец едет на мотоцикле. Местный. О, ширь какая. А вот речка Ура. Она полна красной рыбы. Стали селиться вдоль берегов люди. Вот речка Ура. Проезжаем. Ловить нельзя. ОМОН поймает и ребра пересчитает. Едем в Ургубу. И тогда я уже появилась. Улица Севко, это старая дорога на Западную Лицу по этой улице. Никогда тут улиц не было. О, сейчас снимем Слава КПСС. А, Слава Труду. Растаяла Ура-Губа уже. У нас еще снега полно, а тут уже, о, какие домики. Красота. А вот здесь вот наш Снежногорский, по-моему, строит. Где магаз-то этот? А? Где магаз-то этот, я же не знаю. А вот он, заворачивай сюда за угол. Вон где Старокс стоит. Это местный рынок. Только, че не эти искусственные цветами? Задолбали уже. Колхоз коптильня. Ура.
Кубска. Вот это в магазинчике продается рыба. Интересно. Школа, как Юхновская наша средняя, по одному проекту строили. Знаете, администрация Кольского района, у нас школа такая же, наша. 55-й год. Интересно. Ну вот, мы отоварились и едем домой. Сейчас машина будет, камера снимает, как будто сидишь, черт знает, где далеко, да? Да. Вот такие у нас виражи. А вот и домик синий. Опять. Что-то там костерок горит. Подъезжаем к нашему КП. Все уже растаяло. Вот оно, наше кафе. Красивое. Время 13:05. Бегущая строка. Не просто к нам заехать, это хотели со стороны Урагубы. Сейчас будет нас проверять. Поехали.